и не кончается путь. Только на миг можно ресницы сомкнуть, и стороной нам не пройти, не свернуть. Только порой можно устало вздохнуть. Позади крутой поворот, позади
Здравствуйте. Первый раз вижу. Как у тебя рыбалки, а? Нет, до рыбалки-то не пойдет. А почему? Ну, неудобно там с ней заниматься. Как вот тут? А, лодка? Да. Лодка-то пойдет. Вот лодка, я говорю, вот это вы мне сами придумали? Это делает мой приятель. Приятель делает. Да, он их делает и продает. 80 тысяч вот стоит все вместе. Лодка, мотор и обшивка. Все. 80 тысяч. А где он делает? Ну, если вам надо, через меня закажите. Вы с нашего кооператива? Да, я с вашего кооператива. Рома меня зовут. Рома, да? Да. Я слышу. На какой бокс у вас? Бокс 387. В углу вот здесь. А. Ну и понравился, по воде. Понимаешь? Да, и по воде. Да. Вот. Я хочу. Да. Полностью комплект весь, да. Мотор, лодка и... А мотор вообще надежный? Ну вроде не ломался пока. Сколько на нем уже ездили? А сколько сил? Да сил у него там 8 или 10. Сил, да? Да, 8, по-моему. Ну он такой не особо сильный-то он. Но для одного нормально. А двоих потянет? Двоих, смотря какое покрытие будет. Если лед, потянет. По воде потянет, 100%, да. По воде потянет. Вот ему, допустим, килограмм 130. Это нормально. А, еще друг 130 килограмм? Да. Ну... Не... Ну потянет, но медленно будет. А так-то по воде поедет, конечно. Да, тут торосы я вот тогда ездил, все торосы проехал, все нормально. Это где, в Питере делает? В Питере делает, да, на Варшавской. Через Влада меня можете найти. Ну я знаю, я вас знаю, да. Да. Лодка, все вот, все, что вы видите, 80 тысяч. Хотите, несите 80 тысяч, забирайте. Нет, таких пока нет, я мечтаю. Нет, но я вам говорю, да. Теоретически, да. Я буду иметь в виду. Имейте, конечно. Ну, по, да, вам уже эти льды, вам по барабану. Вот это покрытие, оно такое не очень, но идет. И летом обшивка легко снимается, и все, можно летом. Днище снимается, можете так прямо отплавать, можете снять и все. Ну, днище хорошо, если там по болотинам, по всяким, по камням, вот по речкам, по роге она все проходит. Конечно, транит все, пожалуйста. А вещи сколько человек? А? Мотор весит... Ну килограмм, наверное, может под 30 что-нибудь, 28-30. Но я один вот так снимаю его и в машину ложу. Четырехтактный, одноцилиндровый. Так ей вода-то по барабану.
рыбацкая вещь для рыбаков и делает. Подумайте. Крутой поворот.